Погнали! Кто последний, тот и лох. Все сделал? Да, все. Тогда неси дневник. Что это такое? Двойка? Замечание? Плохо вел себя на уроке. Баловался. И ты еще гулять собрался? Не стыдно? Бегом учить уроки! Никаких гулянок! Он сегодня не выйдет. И смотри у меня, если увижу, что ты занимаешься чем-то другим, ну, получишь по первое число. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки из-за какой-то училки. Все! Мимо! А я не поняла, что это у тебя дверь открыта? Во-во-во! Молодцы! Ну вот, молодцы! Гена! Давай бегом на помощь! Уджи. Наш сын куда-то делся! Ах! Давай вперед из песни, да чтобы пол блестел! Сколько можно? Ха, ты посмотри на него. Молодец, иди к себе в комнату. Я еще зайду проведать тебя. Нужно только создать повод, чтобы мама открыла его сама. Слышалось, что ли? Вперед! Давай! 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 А!
стену! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было! Ну хоть что-то у тебя получается. Давай бегом за учебник. Ой, ужас. А что, если отключить вытяжку? Если я буду передвигаться сидя, то родители меня не услышат. Сколько можно? Ну сколько можно? Так, пойду полью цветы. Третий раз уже!